Ребята, всем привет! Сегодня у нас 25 декабря. В Германии все отмечают Рождество. Вчера уже был рождественский вечер, то есть до Рождества. Сегодня уже официально наступило Рождество. Мы приехали в гости к нашим друзьям в город Оффенбург. И вот сегодня погода отличная, солнышко выглянуло. Мы сейчас идем прогуляться на озеро. И потом у нас еще в планах поехать в город Страсбург, это во Франции. Здесь буквально минут 20 ехать. И там тоже погулять. Так что приглашаем вас с нами на прогулочку. У нас начались уже каникулы. Мы отдыхаем 3 недели до 15 января. Так что курсов не будет пока. Будем наслаждаться этим временем. Сейчас в Германии на Рождество 3 дня выходных, потом рабочие дни, и потом уже новогодние праздники тоже, несколько дней выходных. И потом все выходят уже где-то 2-3 января на работу. Вот, мы будем заниматься нашей квартирой. Пока еще непонятно, когда мы точно переедем. Но я буду обязательно держать вас в курсе. Хотела с вами поделиться. То, что у нас Артем сдал практически экзамен по вождению. Все, он подтвердил свои российские права. Теперь ему выдали уже немецкое водительское удостоверение. И скоро на канале обязательно будет видео о том, как у нас все это происходило, как мы подтверждали его водительское удостоверение из России. Рождество мы, кстати, отмечаем 7 января. Вот. И вообще мы как-то больше отмечаем Новый год, потому что все-таки в России жили. А вчера мы просто... Друзья нас пригласили к ним в гости. Говорят, давайте отметим. У нас был праздничный ужин. Подарили детям подарки. Дети были в восторге, конечно. Дети всегда рады подаркам. Озеро. Приехали мы сейчас в город Страсбург. В общем, тут ярмарка закрыта, но мы все равно прогуляемся по старому городу. Тут очень красивый собор. Мы когда первый раз были в Германии, в 2014 году мы здесь уже были, очень красивый город. Сейчас покажу, как здесь все красиво украшено. Thank you.
вот так вот продают каштаны. Взяли попробовать. Они вкусные, но не знаю, на любителя. Мне не очень нравятся. Они мне очень нравятся. Да? София говорит, что ей очень нравится. Да? Когда я тут была и ела их. Каштаны. А на что они по вкусу похожи? Просто каштаны. На орешки? Тут, смотрите, обалденная елка. Она очень красиво украшена. Вообще здесь такие улочки. Они тоже все украшены просто очень-очень-очень красиво. Настоящее такое Рождество. Уже стемнело, мы идем сейчас на парковку, поедем домой. В общем, спасибо всем, что были с нами. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.